Каждый день моя прабабушка Дуся шла на пшеничное поле со своими друзьями. Там она до полуночи собирала зерна пшеницы. До того момента, пока полностью не замерзнет. В деревне, где жила моя бабушка, была фабрика. Времена были тяжелые, военные, поэтому любые опоздания и неприход на работу наказывались очень строго. Не знаю, насколько строго, но кто-то даже говорил, что могло доходить и до расстрела. А моя прабабушка Тася во время войны устроилась на завод токарем. Ей было всего 14. Она скрыла свой истинный возраст и устроилась на работу. Тихо, и даже птицы не щебечут. А 20-летнюю Лиду, ну, мою прабабушку, еще пятеро таких же потерянных ребят везли окопы копать. Но они и рады были, за чистку плуга шибко много-то не платили, а там тепло и руки погреть можно. Так бестолково все это было. Их на одни окопы привозили, а они докапывать не успевали, их уже в другое место отвозили. А едой и водой их шибко не баловали. Ну, что уж не баловали. Воды в принципе не было. Лида спускалась к луже, садилась на корточки, подол от платья брала, воду набирала, процеживала, пила. Противно. Ну а что поделаешь. А руки у нее еще все были в мозолях и кровоточили постоянно, потому что лопаты-то у них были железные, она за них бралась, а там холод стоял жуткий. Да и дома не отдыхали. Каждый день она полола, сеяла, веяла. Выбора-то у нее особо не было. А моя прабабушка Тася во время войны устроилась на завод токарем. Ей было всего 14. Она скрыла свой истинный возраст и устроилась на работу. Она была очень маленькая и хрупкая. Таскала мину. Для того, чтобы полноценно работать на токарном станке, ей приходилось подставлять большой деревянный ящик. Но не работать она не могла. Ей нужно было обеспечивать семью продуктовыми карточками. На этом заводе она проработала всю войну и дальше до пенсии. Позже стала почетным ветераном труда. Когда началась война, моей прабабушке было 10 лет. У нее было 3 маленьких сестры и 1 грудной братик. Каждый день моя прабабушка Дуся шла на пшеничное поле со своими друзьями. Там она до полуночи собирала зерна пшеницы. До того момента, пока полностью не замерзнет. А бывало и такое, что она падала в обморок от голода и возвращалась домой только к утру, с 7 зернышками. Но как-то раз Дусе все-таки повезло. Она отыскала мышиную норку с несколькими горсточками зерна. В тот день мама Дуси испекла много лепешек. Эти лепешки Дуся запомнила на всю жизнь. В деревне, где жила моя бабушка, была фабрика. Времена были тяжелые, военные, поэтому любые опоздания и неприход на работу наказывались очень строго. Не знаю, насколько строго, но кто-то даже говорил, что могло доходить и до расстрела. Фабрика та была валяльная. Она делала валенки для фронта. Работа довольно-таки важная, потому что рабочие фабрики обеспечивали тепло и комфорт солдат. И вот однажды жительница близлежащей деревни проспала на работу. Она работала на этой фабрике. И очень испугалась, что ее могут наказать за этот пропуск или опоздание. Поэтому она решила, что нужно бежать. Бежала настолько сильно и интенсивно, что когда переступила порог фабричного цеха, так и упала без чувств. А как потом выяснилось, умерла от сердечного приступа. В начале войны брат моей прабабушки женился. И, уходя на фронт, оставил молодую беременную жену. Спустя какое-то время она родила двойню, Толю и Люсю. И еще через 3 месяца она погибла, попав под колесо грузовика, груженной картошкой. Она планировала ехать ее продавать, но вот произошел такой несчастный случай. Младенцы остались круглыми сиротами, и тогда как раз были введены продовольственные карточки.
А чтобы прокормить вот этих малюток, нужно было, чтобы кто-то стал их опекуном, чтобы как раз получать вот эти карточки. Кроме моей прабабушки, никто не мог стать опекуном для ребят. Но ей только-только исполнилось 16 лет, а паспорт тогда выдавали 17. И тогда моя бабушка пошла в паспортный стол и попросила, чтобы ей выдали паспорт досрочно. Ей действительно разрешили это сделать, ей выдали паспорт и изменили год рождения с 1925 на 1924. Так моя бабушка стала на год старше и получила опекунство над Толей. А Люсю отправили к родственникам в СССР.